Мы ведем репортаж из закрытой зоны. Фривей 84, которая перекрыта уже всю неделю от 17 до 62 экзита. То есть 40 миль закрыты из-за сильнейших пожаров, которые бушуют сейчас по-прежнему вдоль Columbia River Gorge. Fire started initially over the Labor Day weekend, and it has grown to over 33,000 acres, and it's about 7% contained at this time. We have many resources on this fire. We have over 900 firefighters and support personnel fighting to contain this fire, and so we are just really interested at this time with our priority on protecting life and property and the welfare of our firefighters at this time. Мы проезжаем сейчас экзит на Корбет, который закрыт из-за сильнейшего пожара, и именно из этой эрии была объявлена эвакуация третьего уровня. То есть все дома вот там были покинуты. Вот сейчас мы видим, что по-прежнему этот экзит перекрыт, и там сейчас стоит патрульная машина. И вот сейчас мы двигаемся по 84-му фривею, как раз в ту зону, которая была эвакуирована. Вот справа от фривея находятся дома. Вот все эти дома, они должны были быть эвакуированы. Там какие-то машины стоят, но я думаю, что это служебные машины. Все это должно было быть эвакуировано. Здесь был объявлен последний, третий левел, третий уровень эвакуации. So a level one evacuation is really just what we call a situational awareness. So we want people to know that there is a fire in the area and that it has the potential to reach their area. And so what we really encourage people to do at that point is consider things that you might want to take with you if fully evacuated. And those things are kind of gathering up identification, like maybe birth certificates, passports, getting family pets and their food, medications, anything that your children may need, kind of gathering that stuff up and having it close so that you're prepared to go if needed. A level two evacuation, or what we call a BSET evacuation, is really for you to have those things packed up in the car and ready to leave at a moment's notice. So rather than just have it kind of a general idea of where those things are at, they're literally in the car and you're ready to go at a moment's notice. At a level two evacuation, we also ask people who might have some kind of medical need or a disability that may make them slower in evacuating. We ask them to leave at a level two because sometimes it can take more time for us to get through that process. So the final is a level three evacuation, and that is a go evacuation, meaning we're asking you to leave immediately. И вот мы сейчас двигаемся дальше в сторону Multnomah Falls, и вот справа это все была зона эвакуации. Вот та сторона ведет на Large Mountain, на East Large Mountain, откуда тоже была проведена полностью эвакуация. Некоторые деревья немножко обуглившиеся стоят, но это пока только вот начало. Вот мы сейчас покажем вам о том, как проходил пожар. Мы находимся на 31-м экзите. Это закрытая зона, и нам удалось получить разрешение снять небольшой репортаж о том, что сейчас здесь происходит. Вот сейчас мы видим водопады, наши замечательные водопады. Это как раз Multnomah Falls и Multnomah Lodge, которую смогли сберечь благодаря активным действиям пожарных. Когда туристы приезжают в штат Орегон, первым делом они приходят именно сюда, чтобы посмотреть Multnomah Lodge, потому что это самая главная, наверное, достопримечательность нашего края, кроме вулканов Манхут и Маунт Сент-Хеленс. И вот все это было охвачено огнем. Вот сейчас мы видим, как здесь рядом по-прежнему еще есть очаги возгорания, еще тлеют несколько мест. Запах по-прежнему в воздухе еще очень насыщен горелым. Ветер поменялся, и он дует сейчас не с востока на запад, то есть как раз в сторону Портленда, где была эвакуация, в частности, в Траудели, а наоборот, в западном направлении. Поэтому как раз все задымление, вот мы сейчас чувствуем, оно переместилось именно на восток.
То есть ветер дует с запада на восток, и поэтому все пошло в Robin Hood River. И вот там сейчас наверху по-прежнему очень непросто. Там сильное задымление, но уже гораздо лучше. И вот пожарные расчеты трудились. Также вот мы видим, вертолет летает, он черпает воду в Columbia River и переносит ее на вот эти очаги возгорания. Поскольку погода может измениться, может вновь подуть восточный ветер, который, естественно, может возродить вот это все возгорание, и опять появятся, может быть, новые очаги. К сожалению, сейчас ситуация очень нестабильна, поэтому никто не знает, как будут развиваться события дальше, и как скоро откроется 84-й фривей. I know in terms of ODOT, there's a lot of work for them in determining, they're doing tree assessments to see which trees are most stable and to prevent any trees from falling on the highway and potentially harming motorists. They have to go through and ensure that everything is safe, and so they'll come through and assess those trees. There's bridge assessments anywhere that you have some kind of an overpass or something, that bridge needs to be assessed to determine that the fire didn't do any damage there. There's also some just general kind of road assessments that need to be made before the highway can be opened. And so it's really tough to have a determination. If the fire were to move, if we get a shift in winds and the fire increases again, that could have potential impacts to when the highway might be open. The investigation into who started the fire is the work of the Oregon State Police. And so I don't have a lot of details on that that I can share. They would be a better resource in terms of the investigation. So anyway, it's a human factor, right? It's not just something else. Yes, they've determined that it's human caused. The good news is that the weather is helping us a little bit. We're hearing from meteorologists, that the some of the clarity we're seeing. I actually saw blue sky yesterday and a few drops of rain, which was awesome. So we're seeing some clearing because the wind has shifted. It used to be coming down the gorge towards Portland, and now it's coming from the coast and it's going east, which is great because it's clearing out some of that air. We actually had good air quality today. I'm really excited for the weekend. There's lots of good events this weekend, and so, it's a good time to be outside. It seems like that clearing is going to continue to happen over the weekend. We are hearing that there's going to be a shift in winds, and so we're probably going to see some of this smoke come back into the Portland area Monday. Тимур Исакович и Андрей Некрасов специально для медиа-центра Slavic Family из зоны эвакуации Multnomah Falls, Орегон.